Вот так всходит персик асанский. Вот. Такая красота. То есть косточка внизу, росточек выходит не из лепестков косточки, а отдельно идет. А они лепестки как таковые, они, видимо, остаются там и дают питание ему. Хотя не знаю. Будем смотреть, наблюдать. Ну, это предположение. Так что вот так. Видимо, мое предположение верно. Вот еще один персик я обнаружил. Тоже всходит подобным образом. Также не раскалывая полностью косточку, сбоку выходит росток и начинает расти. Вот такой же, только помельче. Будем дальше наблюдать.